Хорошо, всем еще раз здрасте. На канале Пиратская жизнь. Я тут решила, короче, приготовить покушать. Суп надо приготовить, а то у нас супа нету, жрать нечего. Знаете, для меня еда домашняя без супа — это не еда. Поэтому я решила приготовить быстрый суп. Такой, знаете, легкий, хороший, вкусный рыбный суп. Вот, с перловкой. Мне очень нравится суп с перловкой. Я ее промою, поставлю вариться. Пока вот. Ну, такую вот кастрюлю, у меня здесь где-то 5 литров. Ну, где-то вот столько перловочки возьмем. Она у нас будет долго вариться, поэтому... Так, кто-то варит, знаете, с этим, с рисом. Я варю с перловкой, мне очень нравится, получается очень вкусно. Потому что такой, ну, я вообще люблю перловку. И если ее вкусно приготовить, это очень вкусное блюдо. Сейчас я ее промою и брошу вариться. Я тут уже подготовила овощи. У меня пара морковок, картошечка, лучочек. Такая грязная перловка. Это у нас перловка спаровская. Угу. Ой, как суп-похлебка. Я говорю, кто-то готовит с рисом, я вот с перловкой научилась делать, мне прям очень нравится. Я еще когда одна жила, знаете, постоянно делала такой суп. Ну, когда хочется что-то горяченького, но лень готовить. По сути, суп делается полчаса. Зажарка, картошечка, рыбка. Рыбка идет, этот, обычная, там, это, как я, горбуша у меня. И все. И все, и все, и все. Так, сейчас поставим вариться. Я промыла. Промыла. Сейчас водички. Ай, у меня все прольется. Ой, как всегда у меня все проливается. Не рассчитываю, сколько налить надо. Каждый раз проливается. Короче, сейчас это налью водички и поставлю кипятить. Все, поставил вариться. Ой, слушайте-ка, вы тут все пишете. Закажи роллы, закажи суши, закажи там шашлык, шурму, там закажи это сделай, то сделай, ремонт сделай. Мои хорошие, я уже неоднократно говорила, что мы сейчас с Ютуба, к сожалению, очень мало зарабатываем. Поэтому... К сожалению, мы не можем позволить себе эти хотелки. Я бы с удовольствием бы, знаете, и роллы бы поела, и суши, и все-все-все. С удовольствием бы это сняла, вам бы показала. Но, к сожалению, у нас сейчас финансы наши поют романсы. Да, я честно признаю, что у нас сейчас с деньгами не ахти. Поэтому, если вы очень хотите, что у нас в эфирах чаще появлялись какие-то вкусняшки, не забывайте, у нас под описанием под видео есть... такие ссылочки, где можно нам отправить небольшой донатик. Вот. Для того, чтобы, во-первых, порадовать нас, как блогеров. Да, то есть сделать нам донат. Вот. Плюс, если кто хочет, мы с удовольствием съедим роллов. Вот. За вас, так сказать. Вот. Так что я открываю сбор на роллы. Я сама их люблю, сама хочу, но позволить себе не могу. А сейчас, к сожалению, очень все подорожало. Вот, и рыба стала дорогая, и роллы вообще подорожали в среднем процентов так на 30. Если раньше можно было сказать на 700-800 рублей, то сейчас это 1200-1300. Вот. Так что, кто хочет нас угостить роллами, у нас снизу есть карточка. Вот, можно отправить туда, можно отправить на ссылочку. Вот, и все. Вообще, знаете, донаты — это нормально. Донаты — это обычное дело. Вот, например, многие же, знаете, ходят на концерты, вот, всякие выступления. Вы же там платите за билеты, вот. Сериалы кто-то смотрит, в кино, например, да. Чем вот YouTube-канал, например, да, который многие постоянно смотрят, отличается от чего-то другого. Это, знаете, как вот говорится, с миру по нитке, нищему рубаха. Вот. Если же вы не хотите там помочь любимому каналу, да, а вот, то, соответственно, знаете, вот заказывать нам роллы, суши, или указывать, что у нас вот здесь что-то не хватает, того чего-то не хватает. Пожалуйста, не надо такого делать, хорошо? Потому что я стараюсь, чтобы у нас было и красиво, и вкусно, и разнообразно, но, сами понимаете, времена сейчас тяжелые,
Вот. Я уже подумываю о том, чтобы отправить Вовану на работу. Ну, соответственно, если он отправится на работу, если я отправлюсь на работу, то канала нашего с вами любимого не будет. Вот так вот. И, соответственно, у нас не будет возможности вас развлекать. Ну, а если кто-то действительно, у кого-то есть возможность просто нас, например, угостить, кто нас давно смотрит, к нам хорошо относится, то загляните в описание под видео. Вот. Сейчас в России, к сожалению, все закрыто. Вот. Закрыта вся монетизация практически. То есть вот зрители, которые смотрят нас из России, у них не проигрывается реклама. Вот. И я стараюсь, а потом в итоге захожу в комментарии, мне пишут: давай роллы, давай то. И когда ты отвечаешь людям, что если вы хотите, у нас есть ссылочка, да, вот, они начинают меня обругивать. Там, ты попрошайка, ты такая сякая. Ну тогда не надо мне предлагать что-то там делать. Вот. Что, люди странные, конечно. Это, знаете, как из разряда: не учите меня жить, лучше помогите материально. Не, вообще, мне кажется, донаты — это нормально. Знаю, я сама, когда была возможность, тоже периодически помогала. Вот, и заходила и на стримы тоже донатила. Вот. Я же стараюсь для вас. Вот и вы немножко для меня постарайтесь. Просто многие, может быть, даже не знают, что есть такая возможность. А кто-то не хочет нас терять, кто-то хочет, может, нас порадовать. Вот, было бы здорово. Знаете, еще такая поговорка есть: дают — бери, бьют — беги. Что я отказываться не собираюсь. Вот. Я говорю, что есть такая возможность, я буду очень рада. Периодически есть люди, которые нас балуют, так сказать. Но в основном это на стримах. Знаете, стримы, не знаю, заводить, не заводить. Много там пишут гадостей всяких разных. Вот. Так что вот так вот. Что прежде чем предлагать сделать мне ремонт, купить там роллы, суши или какому-то другому человеку давать советы, надо для начала поинтересоваться, есть ли у него возможность того или другого. А то, знаете, раздавать советы-то легко, а вот когда за это копеечкой заплатить, то, в общем, многие люди не хотят. А так, глядишь, знаете, вот у нас 43 тысячи подписчиков. Вот если каждый, ну хотя бы там 10 рублей бы отправил, мы могли бы и в Таиланд полететь, да, и куда-нибудь там что-то интересное показать. Потому что вообще производство контента — это не дешевая вещь. Вот. Потому что сюда сходи, везде билеты платные. Вот. Я вот, например, очень бы хотела сходить в Океанис. У нас вот открылся новый аквапарк. Но, к сожалению, я сейчас не могу себе этого позволить. Потому что там вход стоит 2000 рублей на человека. А нас двое. Я бы рада бы туда сходить, поснимать. Но наши финансы поют романсы. И ты ходишь туда, где бесплатный вход. Вот. Опять же говорю, если кто-то хочет нас порадовать. У вас есть возможность нас порадовать не только лайком, да? Вот, но и вот такой вот финансовой небольшой поддержкой. Я не настаиваю, я ко всем отношусь одинаково, я не делаю разграничений, плюс-минус, как говорится, кто донатит, кто не донатит, вот, просто, если вы нас поддержите хотя бы там лайками, хотя бы добрыми комментариями, а не тыкаете нас или оскорбляете, за что вам огромное спасибо, потому что я понимаю, что сейчас всем тяжело, но, а вдруг нас смотрят какие-нибудь олигархи, которые хотят просто поддержать обычную семью из России. Вот. За что я буду очень сильно благодарна. Так, в общем, короче, я все порезала. Точнее, почистила. Картошку почистила. Почистила две морковочки. Лучочек. Сейчас его у нас порежет. Вот. А я опять же еще раз говорю, что кто хочет нас поддержать, я с удовольствием, знаете, вот высылайте деньги, как говорится, на роллы, на суши, что хотите. Пожалуйста, если есть возможность купить это, например, да, и съесть, я готова пожертвовать своим здоровьем, только чтобы вас развлечь. Да, вот пришла нужда, откуда не ждали. Да, конечно, может быть, если было бы все как прежде, я бы даже и не заикнулась про это. И для меня, знаете, всегда я роллы заказывала и любила. То сейчас мы стараемся их есть крайне редко, по большим поводам. К
сожалению, жизнь такая. И, кстати, буду вот такой вот горбуши. У меня одна баночка. Да, к сожалению, не две. Две было бы вообще хорошо, но сейчас горбуша очень сильно подорожала. Вот такая банка почти 100 рублей стоит. Вот, поэтому вот такой бюджетный вариант. Да, я буду готовить бюджетные варианты. Вот так вот. Так, у нас варится уже перловочка. Я ее поставила. У меня вот эту кровь. Везде. Вызвала своего помощника. Рыба зажала. А рыба зажала. Вова, иди на работу. И будет тебе хоть рыбы. Сколько. Зажала рыбу. Консервный. В такой банке на такую кастрюлю достаточно. Нет. Две надо. Две надо. Три надо, четыре надо. Две. Я тебе еще раз говорю, тебе что-то не нравится, дуй на работу. Две. Не надо меня пожрать. А кто тебя трогает? Ты меня что-то трогаешь. Вон морковку трогаю. Лучше порежь, я ее потру. И руку порежь сразу. Сейчас. Жизнь тяжела стала. Да. Кстати, кто отправит нам донат, обязательно передам привет и всяческие слова благодарности. Да. Вообще, знаете, вот есть такая фраза, да не скуднеет рука дающего. Пусть каждому вернется стократно. Ну, если вы пишете злые слова вот на вот это видео, конечно, вам тоже все вернется. Попрошу его лук порезать, а? Ну, может. Сама морковь жрет. Да. Кстати, я нам нашла классный рецепт. Кабачковую. Кабачковую холодочку. Будем питаться подножным кормом. На суши денег нет. Но если вы хотите нас покормить суши, то мы с вами поедим, покажем. Ссылочки есть в описании. Моя любимая старая курочка. А вон у нас на подкормке морковочка. Ой-ой-ой, а камера мы гордые. Иди в руку. Не, это просто там кто-нибудь сейчас напишет. О, о чем тебе даже не на роллы, там донатить и так далее. Мы, понимаете, на обычную еду деньги найдем. А вот на всякие роллы, то, что вот вам нравится смотреть, да, у нас денег нету. У нас есть деньги на суп. Такой простенький. Там, на еще что-нибудь такое. Но вот на роллы, дорогие, нету. Я лучше 1000 потрачу на какое-нибудь вот там мясо. Куплю 2 килограмма. Хотя, опять же, знаете, сейчас такие цены, что вот на 1000 рублей можно купить 2 килограмма говядины. Все, и то самой дешевенькой. Вот такие цены у нас сейчас в России. Жизнь вообще тяжелая стала. Очень-очень сильно. Но мне очень нравится. Там некоторые пишут, ой, сделайте ремонт. Ссылка в описании, любой ремонт по вашему дизайну, хоть что мы тут наделаем. Любой каприз за ваши деньги, да. Ну, хотите, я Вована покрашу, одежду себе куплю любую, сделаю косметический процедур, все, что хотите, ссылки в описании. Что ты Вован? Ты тоже у нас будешь? Что там говоришь, я работаю, вот работаю тоже. Тоже будешь участвовать в процессе. Давай тебя покрасим в зеленый цвет. Давай тебя. Давай тебя. На. У меня белый. Тебя в белый? Тебя просто не красить пару месяцев. И со встречи. И вот ты будешь белый. Знаешь? Все, морковка. Сделала. Так, морковочка готова. Видите, как быстро. Обожаю свою терку. Ну и такой муж вообще. Говорит, все, я тебя порезу, я пошел. Вообще. Такой нормальный вообще. Взял и ушел. Меня бросил. Как говорится, готовь, что хочешь. Ой, тебе досталось, тебе осталось. Потом опять будешь, а раньше я что-то не так сделала. А сейчас вообще возьму суп, сделаю на этом бульоне, как его, курином.
будешь знать. А что бы и нет? Я раньше варила на куриный бульон. Нормально, вкусно получалось. Сейчас я так и сделаю. У меня нету денег на рыбу красную, понимаете? Так, чтобы ее сделать чисто про бульон. Вот так вот. Сейчас он рыбу покупаешь, да? Дорогая вообще. Цены просто. Зла не хватает. И тут заходишь в комментарий. Ой, а что у вас роллов нет? А что вы тут это? Обомжатились. Ну, вот так вот. Знаете, показываем реальную жизнь. Знаете, играть покер фейс, когда у тебя что-то плохо, я не собираюсь и не буду. Зачем это надо? А делать вид, что я такая гордая, я не собираюсь. Да? Я говорила, будет тяжело, я попрошу. Вот я сейчас прошу, нам тяжело. Кто хочет действительно нас просто угостить роллами. Вот, я с удовольствием. Передам привет. Я бы хотела роллы поесть. Ну вот, говорю, 1300 рублей, знаете, там у нас сейчас средний сет роллов стоит. Я считаю, что это дорого. Пока что мы столько не зарабатываем. Когда вернется, будем надеяться. А сейчас пока что мои финансы поют романсы. Надо будет пульт почистить. Страшно. Так, короче, у меня сейчас здесь будет зажарка. Вот лук с морковочкой. Вот, тут у меня уже перловочка вовсю варится. По сути, суп очень простой. Вот. С перловкой, с зажаркой, с картошечкой. Вот и все. Сюда банку рыбы. Кто-то по-разному готовит. Я посуду. А ты мне, кстати, укроп не порезал. Укроп не порезал. А завтра, кстати, может быть, хочу сделать все-таки драники. О, мне звонят. Знаете, кто звонит? Воспользуйся услугой, спеши все свои долги. Вымпел телеком какая-то Воронежская область. Господи. Ой, всем нужны мои крохи. У меня и так денег нету, они мне наяривают. Нехорошие люди. Нехорошие люди. Лучочек мой. Лучок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Что завтра, может быть, драники приготовлю. Я посмотрела рецепт, из кабачков, в принципе, быстро делается. Как обычные оладушки. Вот, у меня как раз там есть пачка сметаны. Я покупала это, хотела салат сделать, а вам говорят, я салатом не хочу. Вот, и я думаю... Кабачок лежит. Надо с ним что-то сделать. Так что вот. Ах, жизнь тяжела. Вот никогда не думала, что вот такая стабильная площадка вот так вот себя будет вести. Не думала. Не думала. Но с другой стороны, вы знаете, кто как говорит, там вот, устроился на работу, туда-сюда. Знаете, вот с моим, так сказать, уровнем подготовки, максимум, что я смогу устроить, тысяч на 15-20. Вот. Но эти же 15-20 я смогу, так сказать, своим нытьем в Ютубе заработать. И отсюда вывод, что мне, закрывать канал и все бросать, да, на самом пике, когда вот у нас в месяц 3,5 миллиона просмотров, 3,5 миллиона просмотров. Если вот я говорю, вот если бы каждый вот хотя бы, не знаю, по рублику, там, по 10 рублей любимому блогеру бы просто отправил, просто, да, поддержать его в данной ситуации, там, не знаю, оформил бы спонсорство, отправил бы небольшой донат, то здесь блогеры бы и не уходили, а многие блогеры-то уходят. Это мы уже из последних волевых. А еще каждый день читаешь кучу гадостей, которые на тебя выливают люди. Вот. И вообще думаешь, а нафига ты вообще-то все это делаешь? Может быть, нафиг закрыть канал? И, не знаю, работать за свои 15 тысяч, страдать тоже, как все. А потом, когда вот ты пропадаешь на пару дней, все прям обыскались. Где ты, где ты, где ты? Нас нету? Фигово. Мы есть, тоже фигово. Хрен вас поймешь. Так. О, кубики. Короче, я на такую кастрюлю добавлю 4 кубика таких куриных.
Чтобы было немножко повкуснее, у меня последний кусочек масла остался. Я немножко сейчас добавлю, чтобы суп был немножко повкуснее. Я прям зажарку добавляю. Вот, и получается очень вкусно. Я это у Ивлева подглядела. Так. Хочу роллы. Хочу роллы. Хочу роллы. Слушайте, вот если говорить, может быть, мысль материализуется. Давно у нас не было. Да, согласна. К сожалению. Вечером будем кушать суп, товарищи. Так что, понимаете, вот я еще раз говорю. Сейчас такие времена, когда стараешься как-то все покрасивше, получше. Но не всегда есть возможность. Так что прошу понять, простить наши скромные мукбанки. Да, были у нас времена, когда у нас было все красиво. Сейчас вот, к сожалению, вот так вот. Но, сами понимаете, нам сейчас YouTube не платит. Вот. Нас люди смотрят совершенно бесплатно. Многие даже не ставят там ни лайки, вот, ничего. Даже, понимаете, многие нас оскорбляют. У тебя просто вот так руки опускаются. А вот, и ты думаешь, а может быть действительно закрыть канал? И все. Да, конечно, есть люди, которые поддерживают, но редиск тоже очень много. Вот. А потом, когда ты заходишь, говоришь, что вы как нищеброды суши себе не можете заказать. Да, вот я говорю честно, не можем заказать. Кто хочет нам помочь, в описании о канале есть раздел о канале. Там у нас все реквизиты. Есть возможность, кто за границей, оформить у нас спонсорство. Там есть кнопочка спонсировать, да. Вот, можно оформить спонсорскую подписку. Вот, там, знаете, как просто вот, вот, не знаю, Netflix оплачивать там или еще какой-нибудь там. Вот, либо просто отправить прямой донат. Вот, через службу быстрых платежей донат Allers. Либо на карточку Тинькофф. У меня там снизу все прописано. Вот так вот. И прежде чем, вот знаете, там, как ты говоришь, что люди там такие сякие, плохие. Вот. Сделайте первый шаг, помогите людям сложить ситуацию. Либо не пишите дичь. И вот каждый раз вот заходишь, и ты вот стараешься, стараешься, буквально, знаете, вот на честно, честных волевых, да, а вот, и думаешь, а еще у тебя куча ушата грязи выливают каждый раз, и ты вот думаешь, а зачем тебе это нафиг все надо? Да. Но, блин, есть люди, которым действительно, ну, не хочется, не хотелось бы бросать, действительно, которые действительно к нам уже прикипели, прилипли, так сказать, которые с нами уже долгое время, ну. Больше пишите добрых комментариев, поддерживайте нас, хотя бы хоть как-то, не знаю. Я говорю, если вы не можете отправить, как нас поддержать финансово, то хотя бы просто поддерживайте лайком. Вот у нас лайков кот наплакал. Давайте поддержим это видео лайком. Потому что, вот честно, вот, ну, говорю, руки вот опускаются. А потом тебе еще и, знаете, за бесплатно тебя еще в говно. Вот так вот. Вот, смотрите нас на Дзене, кто не может... Например, отправить тоже вот. Кто хочет посмотреть, посмотрите нас на Дзене. Ссылка тоже есть в описании под видео, в описании канала. Там хотя бы хоть как-то там нам будет зачитываться, так сказать, на ваш просмотр. А на Ютубе сейчас, знаете, ну, каких-то рекламных бюджетов у нас нету. Нам никто не платит. Нам, если что, и присылают, то максимум на обзор. И все. Куда остается эта вещь? Ну, куда ее денешь, потом никто не купит. Кто-то там говорит, что мы Василек продаем. Ребята, я Василек в своей жизни еще ни разу не продала. Мне это нафиг не надо. Уж своим родственникам, друзьям, знакомым я его отдаю абсолютно бесплатно. Уж, как говорится, не последний хрен без соли доедаем, чтобы еще и продавать. Ну там же, прям, конечно, пишут гадости про нас, только лишь бы что-то написать. А ты вот стараешься тому помочь, всему помочь. А тебя потом еще и говно смешивают. Знаете, как вот прям вот обидно. Так что вот. Ну, видите, полное списание кредитных долгов. 99 тысяч рублей. Под ключ за 99 тысяч рублей. Типа набрал долгов на 1,5 миллиона, а потом за 100 тысяч их списал. Так, короче, я отправила уже картошечку туда. Вот, сейчас отправляем туда нашу жезярчу. Запах, кстати, от аромата, от сливочного масла прям вообще супер. Масло, кстати, я вот, знаете, стараюсь брать 82%. Мне очень нравится. Оно вкуснее и вообще на вкус прям замечательно. А вот это 72%, ну, мне не нравится. Спаровская она. Бяка.
Вот, все, зажарочка. Сейчас туда рыбка отправится, лаврушка, горошек, вся вот эта вот лабуда. Немножко водички, чтобы всю вот эту вкусную жижу собрать в суп. Мы же экономим, мы же ничего не выкидываем, правильно? Правильно. Вот, и это тоже у нас все в суп идет. Вот. Господи, 5 месяцев, 5 месяцев, даже уже больше, 6 месяцев почти. Вот, мы боремся за жизнь, стараемся не снижать темпы на нашем канале. Но честно, знаете, в один прекрасный момент руки опускаются. Когда ты заходишь в комментарии, тебя там мало того, что не хотят, не могут поддержать, да, тебя лишний раз обстебывают и соревнуются, кто тебя больше обругает. Поэтому и думаешь вообще, надо ли оно тебе. Все, рыбку порезал прямо здесь. Нифига на нее не вылазит. Ножичком. Ну, кстати, банку сейчас будет выкинуть, а то рыба будет вонять. Блин, опять мыть эту раковину. И как я устала. Как я устала готовить. Господи. Пошли мне $1 000 000, пожалуйста. Я уеду куда-нибудь в скромный остров. И буду там скромно жить. $1 000 000 США. Жизнь будет хороша. Жизнь будет хороша. Так, это тоже все смываем. Короче, суп из кошачьих консервов. Что-то типа того. А рыбу денег нету. Хотя сейчас консервы такие дорогие, что еще подумаешь. Недорогой ли это супчик получается? Кстати, аромат хороший такой прям. Сейчас сюда перчик, лаврушечку. А, кстати, еще в этот горошек помелить, помолоть. Так. Лаврушка. Суп минутка. Когда лень готовить и когда денег нету, ну, еще будем с вами осваивать дешевую и здоровую пищу. Ну, здоровую как бы не особую, но дешевую. Так. Успели, все купили хоть. Я радуюсь, что холодильник все успели купили. Все, все, все. Вот, все. Вот, смотрите, у меня супчик такой получается. Сейчас все укропчик все пойдет. Такой вот легкий супчик. Я когда одна жила, когда денег не было, часто такое варила. Мужкам, конечно, лучше какой-нибудь такой, знаете, мясной, но это тоже вкусно. Мне очень нравится перловка. Все, мои хорошие, суп доваривается 5 минуточек, и он будет готов. Картошка сварится. Перловка там уже давно плавает. В общем, вот, я вам говорю все как есть. Вот. Кто нас не может поддержать финансово, то, пожалуйста, поддержите это видео лайком, напишите добрый комментарий, хоть как-то поддержите меня хотя бы морально. Кто не может нас поддержать морально, ну хотя бы просто промолчите. Вот. Кто может поддержать нас финансово, я буду очень сильно благодарна. Как говорится, несколько дней рука дающего. Ссылки все в описании под видео в разделе о канале. Вот, также можете, если вдруг что, написать мне в Инстаграм, я скажу, куда, чего и как. Вот. Заранее всем огромное спасибо. Спасибо, увидимся. Пока-пока.